Ну и небольшой эпизод, за что я ненавижу итальянский автопром. Потому что его собирают наркоманы. Я здесь кое-что по ней делал. Мне пришлось, например, снимать здесь защиту снизу. И вот посмотрите, вот он, один болтик. Видите? Вот он крепится. А второй болтик у нас вон там. Ось там. Но дело в том, что доступ к нему перекрывает воздушный фильтр. То есть, ну, можно, как в принципе я сделал, вот там руки поломал и там все сделал. Ладно, сливаю масло с коробки. Вот он у нас, дренажное отверстие. Открываю и четко, вот прям четко над дренажным отверстием расположена вот эта планка. Видите? Вот как раз, когда откручиваешь болт, засирается эта планка, растекается по всей планке и не попадает в тазик правильно. Вот это ж надо было рассчитать, понимаете? Вот это кто-то здесь вычисление делал, то есть ни миллиметра тудой, ни миллиметра сюдой. Но самое здесь веселое, это у нас глушитель. Глушитель, глушитель, глушитель. Я без смеха на это смотреть не могу. Вы уж простите. Ну реально. Это, то есть, у меня слов нет. Вот это здесь он начинается, а потом он здесь возвращается. И вот такой у нас тромбон получается. То есть я, честно говоря, я думал, что в Италии, как и во всех других нормальных странах, наркотики запрещены. Но походу нет. Походу там это все вполне себе легально, и люди даже на работе вполне себе могут их употреблять. Но вот где-то пока так.